Девчонки, всем огромный привет! Сегодня у нас с вами очередной незапланированный влог. Дело в том, что буквально 2 дня назад со мной связались из нашей местной телекомпании и пригласили к ним в студию для того, чтобы принять участие в одной передаче, где я должна буду рассказать про корейскую косметику. И, честно говоря, я очень сейчас мандражирую, беру вас с собой, надеюсь, что ваша поддержка мне поможет, и, может быть, у меня получится что-то в студии для вас поснимать. Ну что ж, поехали! Мне очень страшно. У меня мандраж. У меня вот так вот все. Ребята, на что я подписалась? На веселуху. На веселуху. Звезда полей и огородов. Дарья, мне кажется, вы вообще не должны волноваться. Да если бы не прямой эфир, я бы не волновалась. Ничего страшного. А так, вы как вот чем-нибудь у меня спросите, и все. Я скажу. Больше того, что вы записали, я думаю, не спросите. Если какие-то будут вопросы, но я имею в виду все равно прямой эфир, вопросы уточнения, вопросы мостики, они могут место быть. Но они не будут выходить за рамки того, о чем мы с вами разговариваем. Если дело не будет спрашивать о квантовой физике и так далее, конечно, этого не будет. Квантовая физика. Ребята, я уже дома, все закончилось, я приехала со съемок и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. И какие у меня впечатления? Вот такие вот. На самом деле, сидеть, снимать дома перед камерой и сниматься в студии, тем более, когда ты в прямом эфире, это две вещи абсолютно разных. И мне казалось, что я просто выгляжу полнейшей идиоткой. Причем полная во всех смыслах этого слова, потому что, когда я потом посмотрела на экране, меня муж записывал, поскольку был прямой эфир, он записывал меня непосредственно с телевизора, когда меня ждал. Там, конечно, был полнейший покемон, и меня там растянуло так, что я думала, мама дорогая, наверное, есть вообще пора прекращать. Вот, но я потом посмотрела это уже в таком, в нормальном формате,
И, ну, нормально, конечно. Ну, колобок, он, в общем, и есть колобок. Как ни крути его. Да, страшно. Я мандражировала, и мне кажется, я мандражирую до сих пор. Мне кажется, выглядела я не очень убедительно. Ну, вообще, конечно, самокритика, она всегда мне была присуща. И, ну, я могу сказать, что могло быть все намного хуже, поэтому, ладно, нормально сойдет. Вот, сейчас, в общем, пойду посмотрю, что там у меня муж наснимал, и буду монтировать для вас маленький какой-нибудь маленький влог. И если вам интересно посмотреть именно в записи то, что я говорила, о чем я говорила, то напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, что вы думаете по всему этому поводу, по поводу моего сегодняшнего события. То я вам обязательно, когда получу материал уже записанный на диск, обязательно вам покажу, что же у нас вышло в итоге. Ну все, я пошла монтировать. Спасибо, что были со мной. Спасибо вам за поддержку. Всем пока.